Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем рассматривать новый уровень сложности в Майнкрафте, прям для настоящих мужиков. Если вам уже даже надоел хардкор, то, ребята, этот уровень будет для вас. Он добавит новых монстров в Майнкрафте, точнее редактирует старых, которые будут намного сильнее, можно и так сказать. Но, ребята, перед этим, давайте вернемся к нашей небольшой игре. Я быстренько скажу то, что в предыдущей серии я сказал. Если мы набираем 700 лайков, то на следующий же день выходит следующая серия без модов. Если она не выйдет, вы просто-напросто можете засыпать меня предложениями ВКонтакте, мол, я вам пообещал, если мы наберем 700 лайков, то в следующий день выйдет новая серия. Если не выйдет, то я каждого с вас добавлю в друзья ВКонтакте, распишусь на стенке, даже отошлю вам какую-то свою сигну и подарю вам подарок. Но фигушки, серия вышла. Если вы, ребята, дальше хотите со мной соревноваться и увидеть, кто же победит, выйдет ли серия и вы ее получите или же не выйдет, и просто-напросто вы будете иметь право даже требовать от меня подарки ВКонтакте, посмотрим дальше. Поэтому, ребята, давайте наберем 800 лайков в этот день, и завтра выйдет следующая серия, я вам, ребята, обещаю. Также не забываем оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал. Я прям тебя, чувак, попрошу подписаться. Я буду очень рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. И комментарии, чтобы я на него ответил и общаюсь с этим подписчиком. Если не веришь, то можешь проверить. А мы, ребята, приступаем к самой команде. Ну что, ребята, вот небольшой такой текстур-пак, который я нашел, который добавляет... охрененное небо прям в Майнкрафте. Если честно, то это мне даже очень сильно нравится. Но сейчас не об этом. Сейчас, как обычно, в первую очередь мы выдаем себе командный блок в Майнкрафте. Делается это очень-очень-очень просто. Вот как сейчас мы его поставили и вписываем команду, которая уже находится в описании. Все, что вам нужно, это просто-напросто ее скопировать и засунуть очень так в Майнкрафт и просто активировать вот эту команду, которая добавит в ваш Майнкрафт. Офигеть, как много изменений. Начнем, как это называется, Nightmare Difficulty, то есть кошмарная сложность в Майнкрафте. Эту хрень вы уже можете удалять, она вам больше не пригодится, и мы, ребята, сейчас будем рассматривать. Оденем броньку, а то нам жопа, если честно, будет. Оденем броньку. Все, команда есть, и давайте посмотрим, что же добавляет новая сложность в Майнкрафте. В первую очередь, давайте мы заспавним, давайте сначала выключим гейммод, game rule keep inventory true и spawn point, чтобы на всякий пожарный, если нас будут офигеть как рубасить. Опа! Новый кролик, который, ребята, называется убийца кролик. Если мы снимем вот это, 1, 2, 3. Этой чурке понадобилось 3 удара, чтобы меня убить. В принципе, нормально, если честно. А если в броньке, то посмотрим. Это, ребята, убийца кролик, который заменяет обычного кролика в Майнкрафте, который прям встает, я не знаю, каким-то там Майкл Майерсом, да, маньяком-убийцем. Поэтому, ребята, осторожней с этим кроликом. Он любому с вас в задницу надерет. Не шучу, ребята, честное слово. Следующий моб, которого изменили, который стал еще намного сильнее, это скелет. Давайте включим сейчас гейммод, потому что мне нужно вам что-то показать. Что скелет делает? Скелет очень круто изменился. Вот как он изменился. Прям ни хрена он не изменился. Но какая-то фигня у него там торчит. А что у него там торчит? А ну давайте посмотрим. Что-то у него там торчит. Или не торчит там у него ни хрена. А если вот так... А может тогда time set night. Пути. Я думал, давайте скушаем яблочко и подойдем к этим скелетикам поближе. Да, ребята, ночью они прям становятся настоящими убийцами. Сдалека, если вы подходите к ним сдалека, они в вас стреляют с лука. А если ты подходишь близко, то эти черти
одевают меч. И если ты даже... Ой, сейчас, вот, одевают меч, одевают меч, одевают меч, одевают меч. А если ты от них начинаешь убегать, если ты от них начинаешь очень-очень-очень далеко убегать, они опять одевают лук. Если опять назад, опять меч. Это просто офигеть, как скелеты научились, как они уже эволюционировали, да, ребята, в новую эволюцию. Поэтому, ой, чуть... Опа. У нас тут погоня. Это, кстати, следующий покемон. Это, кстати, следующий монстр, которого я хотел показать. Что он делает? Это, мать твою, Халк. Я вам хотел показать на себе, что он делает, но вы прекрасно... Но вы прекрасно видите сами, что он делает. Он ломает чертовой матери все на пути, то, что у него встретится. Ребят, я не матерюсь, это просто, ну охренеть, как я просто удивлен, что это за монстр. Что это за новый зомби-халк. Потому что это охренеть. Ну смотрите, что это чукча вырабляет. Она просто крушит все на своем пути. Давай. Я просто хотел вам показать, это следующий монстр, и кролики, и зомби. Это следующий монстр, которого я хотел показать, что он же вытворяет, но как вы видите, мне даже показывать не нужно. Смотри, что один зомби сделал со мной, ни хрена себе. Вот это зомби-апокалипсис, даже ваш дом не защитит от зомби, а не то, что дверь, мол, зомби будут двери ломиться. Какие нафиг двери, они сломают вас дом нафиг за 2 секунды. Даже двери там не спасут, даже железные двери, даже 30, не знаю, сантиметровая бетонная стена не поможет. А не то, что двери. Включим геймод, а то меня просто уже шпилят, я не знаю как. Офигеть просто, честное слово, ребята, офигеть. Смотрите, что они делают, они прям тут какую-то охоту устроили, но ладно. Следующий монстр, это у нас будет паук. Что делает паук? Что делает паук? Каждый паук, которого вы сейчас заспавните, он будет ядовитым пауком. Он на вас будет... Да не ты, зараза, стрелястая, не ты, зараза. Каждый паук будет вас отравлять и просто тоже убивать с 2-3 ударов. Давайте посмотрим, как... Да, нет, все-таки, иди ты в пень, скелетон. Меня и так паук убил. Все же, теперь просто обычные пауки будут уже сразу ядовитыми. Да идите вы в попу, ребята. Вот смотрите, это самое крутое, что я еще не сказал. Это, вот смотрите. Вот. Зомби и скелеты сейчас не умирают днем. То есть, это как вампиры, они нашли какую-то там сыворотку, которая позволяет им находиться под лучами света, солнца и не умирать, и жить нормально, так же, как и ночью. Это офигеть, потому что сейчас вы не переждете ночь, сейчас вы не скроетесь от этих монстров, сейчас они вас просто напинают, так же, как и ночью, сейчас так же будет и днем. Поэтому, ребята, будьте осторожны, мы сейчас кушаем яблочко, чтобы просто... Ой, ладно, идите вы нафиг, вот так. Это все равно, что у меня там изи стоит. Ребята, это все равно, это же новый уровень сложности. Следующий монстр Эндермен Стиэнти. Стиэнти. Где ты? Где ты, Эндермен Стиэнти? Он сейчас телепортируется на вас. Оу. Это типа кто-то меня уже там... Вот это, ребята, Эндермен Стинки. Он просто-просто до вас телепортируется и взрывает Тинки, которая находится у него в руках. Это прямо фиг, да, кролики. Идите вы в жопу, как вы. Да иди ты сюда, зараза, ты прыгучая. Вот смотрите, ща. Давай, смотрите, они там дома вз. Паскуда! Фух, все-таки поубивал я вот этих тварей достающих. Да я не могу этого засранца ударить. Вот, ударил. На, ну подойди, а ну взорви, что, слабо? Слабо взорвать меня. А ну, кто-то, давайте, кто-то. Фух. Очко поджимает у всех эндерменов.
очко. Да, какие-то слабенькие эндермены у нас пошли в нынешние дни, даже если с модом на кошмарную сложность. Если мы ночь включим, time set night, будет какая-то разница, потому что сейчас, как вы видите, все зависит и от ночи, и от дня. То есть скелеты днем не вынимают свой меч с трусов, а ночью вынимают. Поэтому... Во, наконец-то загнулся, петушок, подойди, взорви, что, слабо? Слабо взорваться? Слабо? Я так и понял, что тебе слабо. Фу, костюмчик свой новенький, боишься испачкать, я так и понял, поэтому ты взрываться не хочешь. Фу, трусяка, фу, ребята, какие-то тупые эндермены пошли, они не хотят взрываться. Взорви меня полностью. Взорви меня. Пожалуйста. Взорви меня полностью. Ай ты пить, зараги ты в пень. Ладно, приступаем, ребята, к следующим монстрам. Это вашу нафиг. Потому что... Наконец-то. Ну и ты меня взорви, и мы в расчете. Следующие монстры, которые вот вытворяют вещички не хуже того же эндермена. А мы, ребята, отправляемся в ад. Там находятся два последних... Ну, не бей меня, скелетон. Там находятся два последних монстра, которые были изменены с этой командой. В принципе, сейчас мы посмотрим, что же, кто же, как же и кто вообще... Вот. Кто вообще и что тут находится? Где вы, свиню? О, ни хрена себе, самый удачный спаун, наверное, в мире, который только когда-то существовал. Сразу над крепостью. Зашибутоньки. Что делают эти свинтусы? Что они делают? Я сказал, что они делают. Они ни хрена не делают. Что они делают? Я еще раз повторяюсь. Пожалуйста, скажите, что они что-то делают. Они же должны что-то делать, но почему-то то ли они залагали, то ли они просто устали. Наши бедненькие свинтусы, которые ничего не хотят делать, не хотят мне, Эдисону, у меня прям раздвоение личности какое-то, мне и подписчикам показывать, что же они делают. Но все же, да, я перезашел в ад, и все-таки они на меня агрятся. Да, ребята, сейчас свино-зомби агрятся в аду даже без какой-то либо причины. Вообще гопники сраные нападают даже. Но смотрите, что они делают. Они вас убивают практически с одного удара. То есть они бьют вас офигеть по попе как больно. Поэтому лучше даже не нарываться на свинтусов, потому что они реально очень... Вот ты меня бесишь, честное слово. Ты тут меня караулишь нафиг или что? И... Отправляемся. Мы его не добили. Опачки-попачки. Вот это здрасте. Не убежишь, вот. И где вы, свинтусы? Нам бы еще одного, двух. Ути-пути. Ну, в принципе, ребята, вы уже посмотрели, что такое, что свинтусы делают. Они вас убивают. Оп, ни хрена себе. Даже с золотым яблоком они вас просто-напросто рвут на части. Но это еще не все. Что делают гасты? Они прям какие-то имеют ядерные бомбы с этой командой. Что же они делают? Мне что нафиг? Опять перезайти, что ли? Пум! А может я перезашел, и сейчас что-то изменится, я надеюсь? Или все-таки... Вот, ребята, какой у них радиус поражения. Они взрывают блоки. Вроде раньше было чуть-чуть побольше. Да ты, зараза, уклоняющаяся. А ну давай, харкни. А ну, плюнь. Да, ребята, они, в принципе, ломают блоки. Я не знаю, если это в ванильном Майнкрафте, ломают ли они блоки или нет. Честное слово, ребят, я не в курсе. Но сейчас они ломают, и у них даже есть офигенный радиус поражения. Вот сейчас все загорается вокруг, это во-первых.
Во-вторых, просто-напросто под вами ломаются блоки и все загорается. Если вы находитесь в центре... Нет, не там в центре тупая ты, белая башка, а вот тут в центре, то они вас просто-напросто убивают. Давайте где-то его тут заспавним. Главное, чтобы он сюда не... Главное, чтобы они сюда не выстрелили. А, поэтому... Нихрен! Так, сейчас. Они в обы... Они в обычном мире... Ох! Все-таки взор... Нет, или взорвал. Что-то мне подсказывает, что... Нет, не взорвал. Охренеть, пока что еще все работает. Он в обычном мире убивает вас, ребята, с одной атаки. А в том же аду он убивает вас с пяти атак. А ну, харкни, а ну, кто-то плюнь в меня, пожалуйста. Он даже в меня не попал, он даже в меня не попал, а попал куда-то рядом и уничтожил все, что было возле меня. То есть, офигеть, а ну давайте посмотрим какую-то... А ну, я даже не успеваю посмотреть, что он со мной делает. Давайте посмотрим, вот он тут. Вот он тут. А ну сейчас. О, я как-то... Вот, ребята, это прям какая-то ядерная бомба тут пальнула, или просто-напросто какой-то метеорит упал, все тут поджег, сделал такую большущую яму, и... А это просто обычный какой-то монстр Гаст, который офигеть как модернизирован, нафиг, какой-то Гаст апокалипсиса. Это офигеть как круто, если честно. Но на этом, ребята, мы будем заканчивать. Я надеюсь, то, что эта вам серия понравилась. Честное слово. Также этот текстурпак вы можете скачать в описании, если вам он понравился. Но перед этим не забудьте установить Optifine, потому что он работает только с Optifine. Ребята, как я уже сказал на начале видео, если мы наберем 800 лайков на вот этой серии, я вам даю слово то, что завтра выйдет следующая серия без модов. Если она все-таки не выйдет завтра в течение дня, если не выйдет следующая серия без модов, если сейчас мы в этот день наберем 800 лайков, вы имеете полное право написать мне в сообщении ВКонтакте, мол, Эдисон, лайки набрались, серия сегодня не вышла. Добавляй в друзья, расписывайся на стенке, делай какую-то сигну там, ну, на заднице хоть где, и дари мне какой-то подарок. И я просто буду не вправе вам отказать, потому что вы будете правы. Поэтому, ребята, дальше соревнуемся, кто кого. Я не выложу серию, или вы будете надеяться, то, что я вам буду дарить подарки. Посмотрим, ребята, или все-таки будут серии каждый день, хоть пиксельмона, хоть без модов, зависит от вас, ребята. Также не забываем оставлять свои комментарии, я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не веришь, неверующий, то можешь все-таки убедиться, оставить свой комментарий, я попытаюсь на него ответить. И последнее, не забываем подписываться на мой канал. Я прям тебя, чувачина, прошу подписаться, я буду прям офигеть как рад, если ты вот это сделаешь. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.